Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты! Наступили жаркие деньки, и вот иногда, когда вы останавливаетесь в пробке, система охлаждения двигателя бывает не справляется, и вы видите, как прямо на глазах температура вашего двигателя начинает подниматься, и она уже приближается к красной зоне. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать, что нужно сделать в этом случае. Если на вашем автомобиле в данном случае включен кондиционер, то обязательно его выключите. И включите печку на максимальную жару. Да, будет жарко, да, придется немножко потерпеть, но при этом вы получите дополнительное охлаждение антифриза, то есть через внутренний радиатор печки салона. Когда вы включаете подачу на печку антифриза, то радиатор печки салона работает как радиатор охлаждения. Естественно, конечно, что будет в салоне жара, но это единственный способ снизить температуру двигателя именно в таких экстремальных условиях. Надеюсь, что этот совет для вас окажется полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, всем пока!